Говядина по этому рецепту получается очень нежной с легким сливочным ароматом. Приготовить проще простого, положил все ингредиенты в сотейник и забыл на полтора часа. Вкусно и просто. Рецепт говядины по-кремлевски уже много лет проверен, поэтому точно соблюдайте всю технологию приготовления и количество ингредиентов. 1. Лук почистите и нарежьте полукольцами. 2. Говядину помойте и порежьте на кусочки. 3. В сотейник или любую другую посуду выложите мясо. 4. Выложите нарезанный лук и нарезанный чеснок. 5. Добавьте воду. 6. Выложите сверху кусочки масла. 7. Доведите до кипения и тушите около 1,5 часов. В конце посолите. Приятного аппетита!